Хуже, чем то, что делаю сейчас я. Непонятно, каким инструментом, непонятно, под какой инструмент. И вообще не сильно понятно, для чего, но... Да и тем более, а что бы не постучать в 10 часов вечера. Тот случай, когда к вам приходит маленький кусочек мебели из пригорода, из Белой Церкви в Киев. И для того, чтобы не платить всю цену доставки, придуман такой способ, как перегруз. То есть по пути доставки какого-либо крупного товара я могу подбежать к машине, выгрузить свое, и они поедут дальше. То есть двойная доставка, в которой я подстраиваюсь под оплачиваемую доставку. Вот, и это произошло, я забрал свою тумбочку, и сейчас вам ее покажу. Приветствую вас! Сегодня я покажу вам, как собиралась моя кухня на примере последнего ящика, который будет в моем интерьере очень необычно использовать свои функции, но тем не менее он будет очень необходимым. И я скажу в итоге, этот ящик создан для медиаплеера, Wi-Fi, роутера и остальных штук специально для телевизора. Так, что же мы будем делать? Ну, во-первых, я высыплю наши чудесные детальки, и именно ими мы сделаем основную сборку. Мне показалось, что вам там скучно, то я сейчас буду делать больше крупным планом каких-то вещичек. У меня по сегодня есть некоторое ощущение, что кухню я весьма коряво собрал, и она не совсем ровно стоит. Ну блин, ну ведь это круто, я ее собрал сам. Ну что же, сейчас мы уже закрываем крышку последнюю, пожалуй. Все, чики. Многое уже вам может быть визуально понятно. Так, что же мы сделаем теперь? Есть несколько идей. Все немного хуже, чем я думал. Понимаете, в чем засада? Мне нужно сейчас набить заднюю стенку. Эта стенка будет мне только усложнять жизнь. Пытаюсь продумать, нужна ли она мне вовсе. Ну, полочка выглядит примерно вот так. Ладно, давайте навертим фасад. Итак, задней стенки у нас на самом деле не будет. Мы, скорее всего, оставим так. Ну, в худшем случае, если что, мы набьем какую-то часть для того, чтобы сдержать нашу геометрию. Но на просвете... Вот здесь, сзади, я бы не хотел видеть что-то белое. Там будет вот такой вот серый цвет от покраски стен. Я думаю, это более выигрышно. Надеюсь, за эту запись я не получу никаких увечий.
и прикрутим навесы. Идея касается того, чтобы прибить хотя бы нижнюю часть, для того, чтобы хотя бы не выпадало оттуда, что ли, ну не знаю. Но мне так проще вот в данный момент. Стульчик моей дочери, он мне настолько сейчас удобен, настолько он мне подходит. Очень заморочился с тем, чтобы мне было сейчас удобно. Дело в том, что геометрию она будет править. Провода здесь легко будут пролазить того. Ну как бы все вроде нормально. Так, идеально. Может, с какой-то стороны оно выглядит поколхознее. Это явно лучше, чем если его не будет. Тут прям вообще лучше. Так, ну что ж. Все вроде как готово. А нет, не все. Оказалось, есть у нас еще ручки. С ручками особая тема. Дело в том, что, ну вот, собственно, ручка. Сейчас мы ее распечатаем. В них есть универсальные болты. Универсальные болты. То есть, вот такая вот, такие длиннющие болты. Мы по ним можем резать. Ну, два фасада. Благодаря хорошим отверткам можно вообще не запариваться. Да, с шуруповертом вы понимаете, да, это происходит. Один раз хорошо схватил и все, я уже давно обрезалась. Ну, тут, наверное, нужно уже доломать. Не очень-то получилось. Ладно, пробуем дальше.